Всем доброе утро. Забрала машину. И так как я ее забрала пораньше, ну, на всякий пожарный вдруг, там что как. В общем, у нас полчаса есть на прогулке. Идем гуляем. Смотрите, какая у нас красота. Чарли, не тяни. Бенгете свельту. Бенгете свельту. У нас везде эти. Ну да, рад дороги моют. Там вот поднималась специальными этими штуками. Надолго ли? Бен, бен, где ты свой-то? Бен, бен. И мы идем сюда. Вот у нас смотровая площадка такая есть. Я на нее раньше часто ходила, снимала тут все. Так, там с ребенком. Красивенько тут. Туристы сюда приходят много. Тут это замок. Все утро что-то гремит, и сейчас выглядываю с одной клиентки. Говорю, глянь, здесь сцену делают какую-то. Да что там будут делать? Оля, Саиду? А ну ло сэ? А, пасео андар? Muy bien. Видите сцену какую-то? Вот он тоже не это, немножко не того. Сейчас спрошу у этой. Вот эта женщина, она из магазина. Сейчас у нее спрошу, что тут будет такое. Там, как это сказать, грузовичок приехал. Привез яйца. И эти. Всякие пирожные. Сейчас хочу посмотреть. И вот этот. Как это, торта де чичарроне с шкварками мужу купила за евро. Но она, конечно, в два раза меньше. Да, моя рыба такая. Чем на рынке? На рынке 2 евро стоит. Я не помню, уже рассказала, не рассказала, что за сцену у нас там делают. В августе, последняя четверг августа, устраивают как бы типа концерт, местные поют, там выступают. Вот, как закрытие сезона, что ли. Ну, так как я в 10 часов будут это все петь, я-то в это время всегда дома, здесь не нахожусь, поэтому я и слышала, но все время забывала об этом. В общем, весело у них тут. Вот так. Да, Митико?
Весело? Мичигитура, моя сладкая рыбка такая, мой маленький мальчик. Вот откуда он знает, что про него говорят? Рыба моя, и моя лапа такая, и умбасито мами, умбасито мами, умбасито мами. Ой, Лен, ты как любит целовать. Умбасито мами, умбасито, умбасито. Сладкий такой мой, сладкий рыбка. Манючка. Знаете, сегодня я что хочу себе на обед? Во-первых, сделаю салат. Помните баклажан, который у меня был сделан в этом в духовке, запечен? Я в прошлый один раз вот делала такой салат, чай завариваю. Вот такие. Это уже готовый салат из водорослей. И вот баклажан я уже растеребинила. Сейчас туда добавлю чесночок, соевый соус, немного уксуса рисового. И вот этот салат. И будет просто объедение. Но это все не то. Вот! Как это, бомж-пакет? Или как его там назвать-то? В общем, доширак, не доширак. В общем, буду есть вот эту гадскую еду. Разговариваю, а у самой слюни текут. Так хочется, вот знаете, уже 3 дня, наверное, хожу с этой мыслью, что я хочу этот бомж-пакет. У вас такое бывает? Вы едите такую еду? Я редко, но ем. Один раз можно. Вышла на морюшко съездить, пару часиков полежать, и сразу потом пойду в спортзал. Сегодня не пойду в бассейн, хочу поплавать на море. Думаю, что у меня совершится, правда, как-то туман облачный, непонятно, что вообще происходит. Но планы такие. Поэтому надо наслаждаться последними днями летними, поэтому тепло, хорошо, и мухи не кусают. Кстати, я сегодня только вспомнила, что когда проходишь техосмотр, вам дают вот такие наклеечки. Вот такие. Их нужно клеить вот сюда. То есть вот эту убрать, а здесь уже 20-й год. Надо повесить. Видите, у них каждый год цвета разные, чтобы полиция таким образом, глядя на ваши, вот это знала, что вы уже прошли техосмотр. Надо как-то вот это вот все брать и поклеить эту новую. Как-нибудь прям вот уже надо. Какой день, я забываю. Тут она мне валяется. Ой, жарко так в машине. Воздух. Что-то, ой, извиняюсь, погода непонятна какая-то, непонятная. Ну, надеюсь, что море теплое и удастся поплавать хорошо. Все-таки бассейн это не то, знаете, плаваю, конечно, я минут 20, знаете, без остановок, туда-сюда, как это, как дурочка. Но все равно это не то, нет такого кайфа морского. Такой вот, что прям вот, ну не знаю, это совсем другое прям. Кайф какой-то, когда в море, это вообще. Поэтому поплаваю сегодня в море, а в бассейн не пойду. Не взяла даже купальник, ничего. Полотенце, конечно, взяла. Я теперь дома-то в душ не хожу, поэтому, ну если только совсем не вспотеешь, как это... Вот у нас дела. Ладно, встретимся на пляже. Живая. Едем сейчас в Меркадон. Ой, все соки из меня выжил. Парень подошел. Там 3 парня нам преподают. Ну, это со штангой, со всеми делами. И он подошел, говорит такой, ты первый раз сегодня? Он не был в понедельник на занятии. Я говорю, второй, я думала, умру. Он такой, ничего, потихонечку, помаленечку, типа, все у тебя получится. Вот, я говорю, спасибо. Так, что мне надо делать? Мне надо развернуться.
В общем, еду в Меркадону, потому что я приехала пораньше сюда, не пошла. Я, наверное, просто сделаю, развернусь туда, да и все. Вот тут вот встаю, мне надо назад. Мне надо ехать назад, потому что Меркадон у нас сзади. Вот. И что хотела сказать? А, приехала пораньше на пляже, на куб. Ой, а куда я? Можно разве? Что-то я не пойму. Что-то вообще не понимаю. Стрелка и туда, и сюда. Видите, это сюда показывает. А там туда. Что-то ничего не понятно. В общем, на море наплавалась так хорошо, так классно. Поэтому в бассейн не ходила. И приехала пораньше. Ну, вы знаете, что я человек пунктуальный. Поэтому приехала на 25 минут раньше. Встала на дорожку беговую. И километр прошлась быстрым шагом. Если нельзя сказать бегом. В общем, тут делаю то, что я не люблю совершенно, представляете? И мне это начинает нравиться. Что-то я, наверное, старею, что ли. Или что. В общем, будем разбираться, как тут выезжать и куда заезжать. Так, вон туда мне надо. Мне надо вон туда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, все, выехала. И так как уже время еще рано, думаю, надо приятное с полезным совместить и съездить в Меркадону за продуктами. В общем, вот так. Ой, завтра, наверное, опять хрен встану. Потому что сегодня прям тоже позанималась. Думала, вообще кирдык будет. Ладно. Сейчас посмотрим, что я там куплю. Вот все мои покупочки. Цены рассказать. Если вам интересно такие цены знать, вы мне пишите. А то, может быть, я тут напрасно все эти цены рассказываю, все эти покупки показываю, может быть, вам нифига и не нравится, а я тут распинаюсь. В общем, это муж принес кукурузу, 4 посадка, початка откуда-то, прям вот, видите, самое настоящее. И начнем, вот у меня чек по порядку. Орчата, это вот это вот, корешки такие промолотые. Да мужу, он ему нравится летом пить, пускай пьет. Она стоит 89 центов. Суависанты. Это ополаскиватель для волос, для белья. Он у нас стоит евро 79. Молоко. 71 цент. Вообще мне из Лидл нравится, но была в Меркадоне, молоко заканчивается. В Лидл не знаю, когда поеду. 71 копейка стоит. Так, лук. 2 килограмма. Я тут раз мужу говорила, говорю, купи мне лук. Он купил свежий, с зелеными этими. Я говорю, лук, обычный лук. Здесь лук называется севоя, а который лук с зелеными такими, ну, знаете, сейчас покажу. Вот. Если ничего не разгромлю, то обязательно покажу. У меня тут все, снег кружится, летает. В общем, вот такой лук, вот, видите, с зелеными этими он мне купил. А мне нужен был обычный. Вообще, этот вот зеленый, обычный, его для салата хорошо, для жарки он не годится, потому что он очень быстро, ну, жарится. Он не годится для готовки. В общем, такие дела. Купила лук, 2 килограмма, евро 70 стоит. Так, лосось купила, вот как видите, здесь 112 грамм, 3 евро. Он солененький, подкопчененький, все дела. Так, спагетти. Вот такие спагетти цельнозерновые взяла. Они у нас стоят 89 центов. Потом кофе вот такой. Ну, как бы это даже не кофе назвать. Ну, когда хочется в охоточку, очень редко. Здесь 10 пакетиков, 79 центов стоит. Иногда пьем. Вот так, вот это для ванной с туалетом. А салфетки евро 35. Вот этот сыр. Я его вместо масла на утро, на бутерброд, на хлеб вот такой вот сделаю. Типа сэндвич, не знаю. В общем, намазываю вот такой сырок. И завтра сделаю вот с лососем. Завтрак у меня такой будет вкусный. Так. Он у нас стоит евро, да, сказала. Яйца. Элька. Это средние. Есть Эмка, Элька, XL. Я люблю Эльку. Они средние. Евро 45. 12 штук у нас здесь стоит. Так, вот эти сосиски. Иногда тоже, когда поесть нечего, скажем так, быстренько их раз-раз
на сковородку. И все готово. Они у нас стоят евро 18. Здесь вот две упаковочки такие идут. Евро 18 стоит. Оливки захотелось, вот такие гаспачо. Мне кажется, они очень должны быть вкусные. Там даже и этот есть, как огурчики маленькие, морковочка, чесночком. Мне кажется, они должны быть вкусные. Иногда хочется. Они стоят евро 90, вот такая банка. В принципе, нормально, в Меркадоне взяла. Так, супчики вот такие тоже иногда варю. Раз в год, но должны быть у меня всегда. Они у нас стоят здесь два. У меня супчика 75 центов. По-моему, все два вот эти стоят. Вот эти две штуки 75 центов. Что-то вообще копейки какие-то. Странно. Рис этот пропаренный. Он у нас евро 15 стоит. Вот таких цельнозерновых хлеба. Ну, вот они небольшие хлебчики. Это мужу. Он такой лопает ему, значит, их 5 штук за евро. Песто соус взяла, ну, для спагетти. Обычно сама делаю, это взяла попробовать. Может быть, не стоит его, как говорится, самой делать. Может быть вкусным. Мне очень нравится песто с макаронами. Это вот такое вот сочетание и очень вкусно. Песто у нас стоит евро 50. Так, я сегодня взяла лосось. Вот здесь у нас... кило 200, и вытянул он у нас на десяточку. Килограмм стоит 7,50, по-моему. Вообще дешево, потому что недели две назад вообще был как бы... Тут если берешь половину лосося, половина рыбины, то он выходит дешевле. Если уже порезаны, то он в два раза дороже. Но с этим лососем тебе дают в придачу пол головы. Ну, пол головы, она такая, выбросить? Я говорю, сейчас, ага, выбросить. Испанцы выбрасывают голову, представляете? Ну, вот лосось. Она мне их вот так порезала, почистила. Испанцы с головой ничего не делают. А я делаю такую уху, ну, или рыбный суп, как хотите, так и делайте. Вот такой вкусняцкий. Я их сейчас разделаю, мне надолго хватит. Ее быстро я в микроволновке за 3 минуты готовлю. Порционный. Все очень просто, суперски. Вот видите, стоит 7,95 килограмм. У меня получилось на 9,70. Дорогущая, но мне и хватит на 100 лет, как говорится. Так, а авокадо вот такой здоровенный взяла, прям большой, с руку. Блин, ну дорогущая собака, смотрите. 5,39 килограмм стоит, в нем 328 грамм. В общем, один авокадо стоит евро 77. Дорогой за два раза. Два огурца взяла. Вот такие вот два огурчика. Так, они у нас 47 копеек. Килограмм стоит евро 99 центов. И дынька. Дыньку вот такую взяла. Не знаю, вкусная должна быть, наверное. Пахнет вроде бы. Я, знаете, как проверяю дыню? Вот так вот ее ковыряю и нюхаю. И нюхаю. Она у нас вышла на 2,59. Евро 59 килограмм. И усё. И все, закончились мои покупки. Дынька на завтра. В общем, все на завтра, потому что я уже есть ничего не буду. Ну, если только арбузик у меня немножко есть, потому что не черешня или персик съем. Ну, какой-то фрукт съем, может быть, огурец заточу. В общем, посмотрим. Но такое уже ничего не буду есть. В общем, вот такие у нас дела. Пойду я. Я сегодня в спортзале не ходила в душ. Ну, в принципе, на этих занятиях не сильно потею, потому что они как силовые, да, там. Говорю, я смеюсь, говорю, скоро мужа на руках буду носить. Как вырастут у меня мышцы во всех щелях. Ой, блин. И вот там я не сильно потею, потому что там не надо бегать, прыгать и скакать. Ну, естественно, потому что я по-любому пойду, просто мне нужно побриться. Ножки побриться немножко, ну там такие волосатики. Они белые, прозрачные, но на солнышке так блестят. Прям думаю, блин, если я завтра на пляж еще... Завтра не поеду, но, в общем, если на пляж поеду, вдруг ослеплю кого-нибудь своими блестящими ногами. Вот. Поэтому не сходила в душ, потому что я это буду делать сейчас. А с вами буду прощаться до завтра. Завтра у нас пятница. Завтра пятница уже, представляете? Обалдеть. Встретимся с вами завтра.
Всего самого наилучшего. И там уже выходные на носу. А скоро 1 сентября. Вообще к школе, наверное, уже готовитесь. У нас еще не 1 сентября школа начинается, а 8, по-моему, еще через неделю. В общем, будьте на связи, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, а я вам обязательно отвечу. И встретимся с вами завтра. Пока-пока!